Здравствуйте, меня зовут Наталья Прикова. И на конкурс Golden Time я хочу представить вам портрет Пабло Пикассо. Он написан маслом на холсте в размере 1,90 м в реалистичном стиле. Пабло Пикассо вызывает у людей интерес, любопытство и непонимание. Это грандиозная фигура, внесшая огромный вклад в искусство. Он работал в разных жанрах, в разных стилях и был основоположник кубизма. Был очень харизматичен, имел мощную энергетику. К нему тянулись люди. Его любили женщины. Он всегда был в центре внимания. И он был лидером. И этот пламенный его характер мне хотелось передать в портрете. Хотелось передать его цепкий, пронзительный, горячий и умный взгляд. Его мощь и неординарность. На картине вы также можете увидеть еще одно его произведение. Это его фирменные булочки, похожие на пальцы рук. Это еще раз подчеркивает, что даже в быту он оригинален. И его творческая натура делает его мир, мир окружающих его людей, интересным, нескучным и полным сюрпризов. И мне очень хотелось, чтобы картина эта вам понравилась.